Здравствуйте. Основы реляционных баз данных SQL. Лекция первая. Реляционная база данных. Введение в реляционную модель данных. База данных. В узком смысле слово база данных – это некоторый набор данных, необходимых для работы. Однако данные – это абстракция, никто никогда не видел просто данные, они не возникают и не существуют сами по себе. Данные – суть отражения объектов реального мира. В широком смысле слово «база данных» – это совокупность описаний объектов реального мира и связей между ними, актуальных для конкретной прикладной области. Классификация СУБД от моделей данных. Традиционно все СУБД классифицируются в зависимости от модели данных, которая лежит в их основе. Принято выделять иерархическую модель данных, сетевую модель данных и реляционную модель данных. Иногда к ним добавляют модель данных на основе инвертированных списков. Реляционная модель данных считается такая база данных, в которой все данные представлены для пользователя в виде прямоугольных таблиц, значений данных, и все операции над базой данных сводятся к манипуляциям с таблицами. Таблица состоит из строк, из столбцов и имеет имя, уникальное внутри базы данных. Таблица отражает тип объекта реального мира, а каждая ее строка – конкретный объект. Основные понятия базы данных. Так, таблица деталь содержит сведения о всех деталях, хранящихся на складе, а ее строки являются наборами значений атрибутов конкретных деталей. Каждый столбец таблицы – это совокупность значений конкретного атрибута объекта. Так, столбец материал представляет собой множество значений, сталь, олово, цинк, никель. В таблице количество содержится целое неотрицательное число. Значение в столбце вес, вещественные числа, равные весу деталей в килограммах. Эти значения не появляются из воздуха, они выбираются из множества всех возможных значений атрибута объекта, которые называются доменом. Так, значение в столбце материал выбирается из множества имен всех возможных материалов, пластмасс, древесины, металлов и так далее. Следовательно, в столбце материал принципиально невозможно появление значения, которого нет в соответствующем домене, например, вода или песок. Каждый столбец имеет имя, которое обычно записывается в верхней части таблицы. Оно должно быть уникальным в таблице, однако различные таблицы могут иметь столбцы с одинаковыми именами. Любая таблица должна иметь по крайней мере один столбец. Столбцы, расположенные в таблице, в соответствии с порядком следования их имен при ее создании. В отличие от столбцов, строки не имеют имен. Порядок их следования в таблице не определен, а количество логически не ограничено. Основные понятия базы данных. Деталь, имя таблицы, имя столбца, домен, строки, первичный ключ. Взаимосвязь таблиц, база данных. Взаимосвязь таблиц является важнейшим элементом реляционной модели данных. Она поддерживается внешними ключами. Рассмотрим пример, в котором база данных хранит информацию о ряде рядовых служащих, таблице служащих и руководителях некоторой организации. Первичный ключ таблицы – руководитель. Столбец номер. Столбец фамилия не может выполнять роль первичного ключа, так как в одной организации могут работать два руководителя с одинаковыми фамилиями. Любой служащий подчинен единственному руководителю, что должно быть отражено в базе данных. Таблица служащий содержит столбец номер руководителя и значение. Выбирайся из столбца. Папа.
Выбирается из столбца номер таблицы руководителя. Таблица номер руководителя является внешним ключом к таблице служащий. Так, взаимосвязь таблиц базы данных. Таблицы невозможно хранить, обрабатывать, если в базе данных отсутствуют данные о данных, например, описали таблиц, столбцов и так далее. Их называют обычно метаданными. Метаданные также представлены в табличной форме и хранятся в словаре данных. Помимо таблиц, в базе данных могут храниться и другие объекты, такие как экранные формы, отчеты, представления и даже прикладные программы, работающие с базой данных. Для пользователя информационной системы недостаточно, чтобы база данных просто отражала объекты реального мира. Важно, чтобы такое отражение было однозначным и не противоречивым. В этом случае говорят, что база данных удовлетворяет условия целостности. Для того, чтобы гарантировать корректность и взаимную непротиворечивость данных на базу данных, накладываются некоторые ограничения, которые называют ограничениями целостности. Ограничительные условия, поддерживающие целостность. В реляционной модели кода есть несколько ограничительных условий, используемых для проверки данных, базы данных, а также для придания осмысленности структуры данных. Принято выделять следующие ограничения. Категорная целостность на уровне ссылок, функциональные зависимости. Целостность категории и ссылок. В целостной части реляционной модели данных фиксируются два базовых требования целостности, которые должны поддерживаться в любой реляционной СУБД. Первое требование называется требованием целостности сущности. Второе требование называется требованием целостности по ссылкам, является более сложным. Операции над реляционными данными. Множество операций над реляционными данными образуется реляционную алгебру. Каждая операция использует одну или две таблицы. Основных операций 8, которые разбиты на две группы. Традиционные операции. Объединение двух отношений. Предполагая, что на входе задано два односхемных отношения. A и B. Результат объединения есть построение, построенные по той же схеме отношения C, содержащие все категории A кортежи и все кортежи отношения B. Пересечение двух отношений предполагает на входе два односхемных отношения A и B. На выходе создается отношение по той же схеме, содержащие только те кортежи отношения A, которые есть в отношении B. Вычитание двух отношений. Все три отношения строятся по одной схеме. В результирующие отношения C3 включаются только те кортежи из A, которых нет в отношении B. Некартовое произведение. Ее важное отличие от предшествующих состоит в том, что отношения A и B могут быть построены по разным схемам, а схема отношений C4 включает все атрибуты отношений A и B. Специальные операции. Первая операция селекции выполняется по строкам. Вторая операция проекции на входе операции используется одно отношение. Третья операция соединения естественные. Четвертая операция деления. На входе операции используется два отношения A и B. Операция реляционной модели данных представляет возможность произвольно манипулировать отношениями, позволяя обновлять базы данных, а также выбирать подмножество хранимых данных и представлять их в нужном виде. Рассмотренные нами операции реляционной алгебры или алгебры отношений позволяют пошагово описать процесс получения результирующего отношения. Нормализация отношений. Одна из важнейших проблем проектирования схемы базы данных заключается в выделении типов записей, определении состава их атрибутов. Группировка атрибутов должна быть рациональной, то есть минимизирующей дублирование данных и упрощающей процедуры их обработки и обновления. Сначала эти вопросы решались интуитивно, однако интуиция может подвести даже опытного специалиста. Поэтому код был разработан в рамках реляционной модели данных, аппарат, называемый нормализацией отношений,
И хотя идеи нормализации сформулированы в терминологии реляционной модели данных, они в равной степени применимы и для других моделей данных. Кодом выделено три нормальных формы отношения. Самая совершенная из них, третья, предложен механизм, позволяющий любое отношение преобразовать к третьей нормальной форме. В процессе таких преобразований могут выделяться новые отношения. Первая нормальная форма отношения называется нормализованным или приведенным к первой нормальной форме, если все его атрибуты простые. Ненормализованные отношения легко сделать нормализованным. Такое преобразование может привести к увеличению мощности отношений и изменению ключа. Функциональная зависимость. Пусть x, y – два атрибута некоторого отношения, говорят, что y функционально зависит от x, если в любой момент времени каждому значению x соответствует не более чем одно значение атрибута y. Функциональную зависимость можно обозначить так x, y – зависимое y. Так, полная функциональная зависимость, говорят, что не ключевой атрибут функционально, полно зависит от составного ключа, если он функционально зависит от ключа, но не находится в функциональной зависимости ни от какой части составного ключа. Вторая нормальная форма отношений находится во второй нормальной форме, если она находится в первой нормальной форме, и каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от составного ключа. Чтобы отношение привести ко второй нормальной форме, необходимо построить его проекцию из ключевого атрибута, который не находится в полной функциональной зависимости от составного ключа, и построить дополнительно одну или несколько проекций на часть составного ключа и атрибуту, функционально зависящие от этой части ключа. Транзитивная зависимость, пусть y, y, z, три атрибута некоторого отношения, при этом x, y, z, но обратное соответствие отсутствует, то есть z не зависимо или y не зависимо x. Тогда говорят, что z транзитивно зависит от x. Третья нормальная форма отношения находится в третьей нормальной форме, если она находится во второй нормальной форме, и каждый неключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа. Рассматриваемая версия третьей нормальной формы часто называется нормальной формой пояса Котта. Другие нормальные формы. Первая нормальная форма запрещает таблицам иметь неизотаморные или многозначные атрибуты. Однако существует множество ситуаций моделирования, требующих многозначных атрибутов. Например, преподаватель в ВУЗе отвечает на несколько дисциплин. Существует несколько решений, каждая из которых имеет определенные недостатки. Все они требуют лишней памяти из-за наличия пустых значений, либо из-за необходимости вводить избыточные данные. Те из них, которые есть пустые значения, нарушают категорийную целостность, поскольку все атрибуты вместе составляют ключ таблицы. Эти кажущиеся связи между зависимостью от атрибутов можно исключить, потребовав, чтобы каждое значение атрибута сочеталось с каждым значением другого атрибута, как минимум в одной строке. Условия, обеспечивающие независимость атрибутов путем обязательного повторения значений, называются многозначной зависимостью. Таблица имеет четвертую нормальную форму, если она имеет третью нормальную форму и не содержит многозначных зависимостей. Для избавления от некоторых других аномалий были предложены еще несколько нормальных форм. Пятая нормальная форма область ключ и так далее. Однако они имеют очень ограниченное практическое использование. И в заключение необходимо подчеркнуть, что настоящая работа не дает рецепта построения хорошей схемы баз данных. Она скорее обозначает проблему и объясняет, как ее можно решить в общем виде. Для того, чтобы дать практические рекомендации, необходимо выполнить следующие шаги. Выбрать концептуальную модель, с помощью которой будет построена концептуальная схема. Второе. Построить точные описания семантических ограничений, поддерживаемых выбранной субмодели. Построить отображение выбранной концептуальной модели в модель данных, поддерживаемой субмодели. Определить, что такое хорошая схема
и описать методику ее построения. Спасибо за внимание.